Россельхознадзор планирует обсудить с коллегами из Южноафриканской республики возможность импорта в Россию для зоопарка, как сказано в официальном сообщении, и РБК подхватил это, как сказано в официальном сообщении ТАСС, животноводческой продукции. На этот раз в животноводческую продукцию для зоопарков вошли живые, разумеется, это не мясо, это живые бегемоты, слоны, жирафы, зебр, антилопы и носороги. Каким образом антилопы, носороги, бегемоты, слоны и жирафы стали животноводческой продукцией? А это у нас такой теперь язык у наших российских журналистов. На самом деле из охотничьих заказников ЮАР, а конкретно из Крюгепарка, который расположен в провинции Лимпопо и Гаутенг. Крюгепарк – один из национальных парков Южноафриканской республики. Как известно, ЮАР, какие-то участки ЮАР, границы нет с другими странами, потому что эту границу охраняют звери. Пройти через эти ландшафты с таким количеством особо опасных зверей практически невозможно. Это не тайга, это не тундра, это не сафари в привычном понимании нашего слова, это не Кения. Крюгепарк – это довольно открытое пространство, где все хорошо видно и всех хорошо видно, в том числе и зверей. Пройти еще раз эту территорию от границ до Кейптауна, например, практически невозможно, да и просто до каких-то городов, где можно потеряться. Охраняют границу звери. В наших зоопарках будет больше слонов, больше бегемотов. Даже вот появятся теперь и носороги. Носороги, кстати сказать, это довольно редкие гости в российской, на нашей российской земле. Каким образом, минуя санкции, звери под санкции не подходят, но мясо подходит. И можно здесь всякий раз сказать, что это едет к нам живое мясо. Вот. Каким образом зверей будут привезут в Россию, пока непонятно. Видимо, все-таки через Черное море, по-другому никак, через Турцию. Звери, еще раз, звери под санкцию не попадают, но поставки такой продукции при желании можно, на них можно наложить вето. Сам факт, что мы не знаем ту сумму, за которую покупаются сегодня, сколько стоят сегодня слоны или носороги, это тоже очень интересно. Почему сейчас потребовалось? Накануне осени. Ну, наверное, все-таки зима пройдет без зверей в России. Это скорее на следующий год, потому что контракт только-только заключается. Но, еще раз, по-любому, это очень дорогой контракт. Надо понимать, что ЮАР особенная страна. В последние годы там чего только не было. Что такое сегодня охота на территории ЮАР? Я как-то раз рассказывал. Многие наши богатые граждане мечтают убить пятерку. Пятерка – это лев, тигров в ЮАР нет, это слон, это бегемот, это буйвол и, по-моему, жираф. Пятерка. Пятерка, 5 трофеев, это $5000 каждый трофей. Гигантские деньги. Что такое убить сегодня в ЮАР льва? А это все зависит от, я извиняюсь, бакшиша. Если ты платишь хороший гонорар своим, так сказать, сопровождающим, ты охотник, то ты будешь ползти к льву на брюхе с берданкой в зубах, ну, километр, тебя пожалеют. Если ты жадный, можно и 5 проползти, и 6, но зато ты убьешь льва. А что это за львы? А львы сегодня в ЮАР действительно ферма, это поставлено на поток, потому что первый помет у самки, у львицы, всегда погибает. И сколько-то лет назад хитрые местные охотники догадались зарабатывать на львятах, они все равно погибнут, поэтому их забирают у мамы и их выращивают фактически в домашних условиях. Есть целые львиные фермы. Мне посчастливилось быть на одной из таких львиных ферм. Я-то думаю, львов разводили, как говорится, как вот у нас осетров сейчас разводят для повышения, так сказать, урожайности, для приплода. Да и нет, оказалось, для нас, для русских. Что это такое?
А это львы, которые вырастают, их кормят из соски, потом они вырастают в реальных, так сказать, красавцев львов, они абсолютно домашние. Это львы, которые не приспособлены к охоте, которые погибнут на природе, когда их выпускают. Их выпускают, но они каждый день упрямо приходят в какое-то место назначенное, где их кормят. Вот этих львов и выставляют для охоты, в том числе и гостей, долгожданных гостей из России. Они фактически стреляют за гигантские деньги в домашних животных. Я не шучу. Еще раз, если ты жадный, ты ползешь 5 километров, и перед тобой разыгрывается целый спектакль. То, что сейчас ты убьешь льва, это так опасно, лев может кинуться, разорвать. Куда он там может кинуться? Он себя, он и львица прокормить не могут. Ну, львица, львы не охотятся, за ними ухаживают их самки, как известно. Львы только ждут, когда им самка принесет антилопу или зебру. Ничего не может ни львица, ни лев, это не тот случай. Но ты ползешь, 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 проклиная судьбу, и в итоге стреляешь, если попадаешь с первого раза, в этого домашнего льва, главное, платишь деньги. Вот такая это охота, в том числе и в Крюгерпарке. Знаю, что говорю, не потому что ползала, а потому что добрые люди рассказали, как они зарабатывают деньги. Ну, не только, конечно, на русских, и там и немцев, и дураков полно, и кто только не приезжает, но почему-то русских они... вот так дурит в первую очередь. Ну вот теперь все эти звери будут в России. Даст Бог, все закончится хорошо. Давно уже не было поставок такой, еще раз, как говорит ТАСС, животноводческой продукции в наши зоопарки. Причем по всей стране.